В сети есть информация, что ваши дети от первого брака, у них другая фамилия, даже другое отчество. Да, это правда. И вы когда-нибудь пытались исправить эту ситуацию? Я не имею права об этом говорить. Это просто касается не меня, это касается другой семьи и других людей. Я несу за это ответственность. Хотя бы за это. Их очень хорошо воспитали. Их воспитал порядочный, хороший человек. Они получили замечательное образование. И поэтому я не даю никаких комментариев, потому что это может затронуть другую семью, к которой я не имею отношения и не имею права в это лезть.